Здравствуйте, дорогие друзья, это канал «Все о кроссовках». Представляем вашему вниманию ASICS GEL SONOMA 6 GORE-TEX. Модель позиционируется как трейловая и хайкинговая, но по нашему скромному мнению ее можно спокойно рассматривать как обувь для повседневного использования как в теплую, так и в прохладную, влажную погоду. Ведь ходить по нашим улицам то еще приключение, особенно когда там практически каждый день идет дождь. Можно сказать, что кроссовки сверхтехнологичные, удобные, с прекрасной амортизацией и, конечно же, стоят своих денег. Но, как показалось на первый взгляд, немного маломерят. Хотя последние модели ASICS у нас на обзорах этим не грешили. И, как всегда, перед началом очень просим вас подписаться на наш канал, проявлять свою активность в комментариях. Этим самым вы помогаете нам не терять мотивацию выпускать новые видео. Итак, поехали! Заготовка кроссовок – это одна сплошная синтетика. Основа изготовлена из сетчатой ткани с довольно крупными отверстиями. Носочная часть и задник усилены при помощи накладок из искусственной кожи. Подкладка здесь также выполнена из искусственного текстиля. Все это дело дополнено дышащей мембраной Gore-Tex, которая призвана защитить ваши ноги от влаги извне. Круто, что язычок тут плотно пришит к заготовке с двух сторон и не будет сползать при движении. Он, кстати, средней толщины с небольшим слоем набивочного материала внутри. На язычке, как и на заднике, имеются две петли для надевания, которыми довольно удобно пользоваться. Если посмотреть на просвет, то за счет сетчатого верха какая-никакая продуваемость у модели имеется, что очень хорошо. Носить их можно будет не только в плохую погоду, ноги не должны свариться. Стелька здесь слегка приклеена, чисто номинально. Она изготовлена из плотного поролона с угольной крошкой по технологии Artolite, что прекрасно. Все это дело покрывается все той же текстильной тканью, в принципе, ничего необычного. Шнурки тут плоские, достаточно тонкие, но изготовлены из крепкой плотной ткани. Люверсы представляют собой как простые отверстия, так и плоские канаты. Фиксация стопы должна быть на хорошем уровне. Перейдем к подошве. Как было сказано ранее, она тут мега технологичная. Промежуточный слой отливается из спиненного материала Amplifoam. Пена достаточно легкая, но прочная. Продавливается достаточно хорошо и держит форму. Внутри межподошвы по традиции имеется капсула GEL, что вкупе с Amplifoam дает прекрасную амортизацию. Как вы знаете, ASICS этому аспекту уделяет очень большое внимание. Кстати, пронация здесь нейтральная, кроссовки сделаны для стандартной стопы. Подметка тут резиновая, с тракторным протектором, сцепление с поверхностями должно быть отличным, так как обувь позиционируется как трейловая. Теперь о первом впечатлении. Во-первых, кроссовки очень нравятся по дизайну, они выглядят как классическая спортивная обувь безо всяких изысков. Во-вторых, подкупает обилие технологий, тут вам и Gore-Tex, и Artolite, и Amplifoam, и GEL. Практически в каждом компоненте присутствуют запатентованные системы. Ну и в-третьих, это удобство. В них банально удобно перемещаться, они хорошо сидят на ноге и прекрасно амортизируют, а что еще нужно от обуви? Как было сказано ранее, модель немного маломерит. На обзоре у нас 8,5 US на 26,5 сантиметров. Хотя обычно я ношу американскую восьмерку на мою стопу в 25,8 сантиметров. Так вот, кроссовки не чувствуются большими. Меньше я бы не брал ни в коем случае, особенно если в них бегать. Для бега, возможно, я бы взял еще на полразмера больше. Так что при покупке в интернете нужно это учитывать, хотя, возможно, это с моими ногами что-то не так. О ценообразовании. Цена на них в Европе на данный момент 100 евро, что более чем адекватно за такие технологичные кроссовки. Доступен еще один полностью черный colorway, но, как по мне, с оранжевыми вставками они выглядят намного круче и ярче, но это все субъективно. В принципе, все. Давайте узрим, как они смотрятся непосредственно на ноге.
Это был обзор ASICS GEL SONOMA 6 GORE-TEX. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Конечно же, не забывайте комментировать.